В общем, в это время, когда, ну, после 31 мая закрывается дорога. И единственный способ попасть на Теласу остается это вот этот рафтинг с Умханга, потом пешком 9 километров, потом мы кемпинг здесь. И самостоятельно сюда попасть невозможно вообще. То есть, если ехать сюда после мая по till October, yes? till September. November. No, I mean when it opened from November. Да, вот по ноябрь, то есть с мая по ноябрь сюда попасть невозможно самостоятельно вообще. То есть никакого шанса нет. Только с гидом через вот такие вот агентства, ну, резорты обычные. Вот. В ноябре возможно приехать самому самостоятельно. Ну, надо знать как, в общем, приезжать сюда. Здесь какие-то есть условия. Mm-hmm. It's like because of have tourists come here, that's why many people don't need to hunt it or do something illegal. So they can be like that. Even the person who don't have any knowledge can just be shit. Have a lot. Tourists help people here a lot to have a job. Yeah. Ну, получается, что сейчас туристы очень много дают работу. Благодаря туристам здесь перестали, допустим, вот, нелегально охотиться. Например, потому что туристы приезжают, все, что нужно, чтобы организовать такой тур, но это знать, куда ехать, во-первых, да, и уметь приготовить еду, потому что туристов надо кормить. Вот. Это дает многим работу. Нам почистили рамбутанчик. Мам, да надо вам пирать, ага. Хай. Ого, вот и дай вам пирать. Ого. มาเข้าได้มั้ยเข้าค่ะเสร็จแล้วนอนสบายๆเลยถ้าสมมุติว่าไม่ถึงว่าเดินด้วยคงจะหลับว่าประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งไม่หรอกมันไม่เหมือนคนรถอ่ะมันก็ขออยู่นิดเดียวมันก็ลงมันก็ทางลาดซอยได้ที่เห็นน่ะนะแต่เห็นสีหน้าแม่มแล้วไม่ไหวนะกดคันไม่เดียวแก้วอ่ะคุณเกลียดแบกไม่อยากเข้าห้องน้ำด้วยแต่ลงทางเรือแล้วทำไมบอกแล้วหนักหรือเปล่าหมดเลยทุกอย่างกูหมด I want to go to the toilet since we start walk and just and I before I didn't feel anything, I just oh my, I didn't feel before.